Доброго дня. А скажіть, будь ласка, слідкували сьогодні за роботою Верховної Ради? Ні. Сьогодні є вчора, так. Да. Ну, а можливо, чули про ті рішення, які сьогодні приймалися? От сьогодні було звільнено, рішення про звільнення політв'язнів прийнято, але там тільки 25 прізвищ. Ні, там не всі були прийняті. Тобто, відповідно, законопроект, який їм, ну, цих політв'язнів їм подали, але не всі вони були виконані. Тобто, некоторі навіть не розглядались. Тобто, пацани залишились сидіти, і їхня участь неізвісна. То есть Юльку они быстро выпустили, а про пацанов забыли, можно так сказать. Как планируете отстоять тех людей, которые еще остались за гратами? Ну, очень просто. Во-первых, мы сегодня сделали акцию и с трибуны сделали заявление о том, что это мы заставили их это сделать. То есть это сегодня можно было следить с трибуны, как это делалось. Соответственно, будем следить и составили определенный акт, конечно, и отправили им на исполнение. Естественно, как всегда, даются сроки на исполнение. Посмотрим на их решение. Но, скорее всего, они пойдут за народом, они их выпустят. Просто забыли, пацаны. Сегодня них они сейчас, просто забыли. Они сейчас кабинеты вот это делят. У них задача сейчас дорвались до власти, и они думают, что это ихняя власть, и мы боролись за ихние кабинеты. Не угадали. Ребята, нужно напоминать регулярно об этом, потому что, так сказать, на вершине славы своей они сейчас забудут обо всем, и о людях, и о тех обещаниях, которые они делали. То есть я считаю, что вот Майдану нужно составить собственный законопроект, создать группу рабочую, комиссию какую-то, и создавать собственный законопроект. Естественно, это должны люди делать, которые хоть что-то понимают в управлении государством, в законопроизводстве. Я думаю, люди такие есть. Украина — нет, это образованная нация. Люди много, которым не давали работу в нашей стране. Они учились, получали образование, но им не давали, не допускали к управлению центральным аппаратом. И даже, я считаю, что даже на местные... Кстати, заявление. Делаем заявление. Громада. Приходите на Майдан. Мы будем создавать громадские организации профильные. Каждый будет заниматься своей деятельностью непосредственно. То есть профессионалы, учителя, медики, приходите на Майдан. Мы будем вас здесь организовывать, и вы будете заниматься непосредственно с законопроектами, которые мы будем создавать здесь, с Майдана, и отдавать туда им на подписание. Если они будут игнорировать наши заявления, мы их будем оттуда выкуривать. Каждый человек... Можно коротенько, от мені приказали заяву. Заява сьогодні була від Добкіна, що він буде йти в президенти. Що скажете про це? Коротенько. Москву на президенты, пожалуйста. У нас президента не будет. Забудьте про президента в Украине. Мы эту должность скасовываем вообще как существующую. Воровская. Нам цари не нужны. Цари мы будем теперь управлять громадами. У нас не будет депутатов, обеспеченных государством. У нас будут делегаты от каждой громады, выделенные, выдвинутые в парламенте, которые будут заниматься своей деятельностью без всякой этой... Зрозуміло. Самий головний момент. Люди... Вибачте, у нас зараз ось так, що от про це зараз говорять активісти на Майдані біля КМДА. А так, в принципі, Майдан живе своїм життям. Тут зараз грає піаніст, зараз люди харчуються, зігріваються, тому що тут стає дедалі прохолодніше. Ось така ситуація на дану годину.